19 августа Православная Церковь празднует Преображение Господне или Яблочный Спас. В этот день в храме Рождества Христова собралось много прихожан. Преображение Господне – один из 12 главных праздников церковного календаря. Его еще называют «вторым Богоявлением». Он установлен в честь явления божественной силы Христа Спасителя своим ученикам на горе Фавор. Евангелие повествует нам о том, что во время молитвы одежды Христа обрели белоснежный цвет, а лицо Его озарилось светом. Как важно увидеть во Христе свет! Как важно увидеть этот свет в самом себе! Ведь Христос и пришел для того, чтобы просветить всех и привести в разум истину. И когда ты радуешься, как радостно мне в этом свете ходить, огорчись, потому что очень многие люди еще не узнали этого света и ходят во тьме. Не осуждай тех, которые еще не узнали этого света. Поделись этим светом, делитесь этим светом веры, который просветил вас, Христос. И этот свет вам возвратится. Вот предназначение каждого верующего христианина на земле. Не только постоять рядом со светом Иисуса и наполнить душу этим светом божественной любви, правды, истины, но и понести этот свет в себе. Этот свет должен просветить всех, чтобы все разум истины пришли. И так вот всегда с Господом. В праздник Преображения Господня храм и икона по-особому украшены. Как благодарность Богу, прихожане традиционно приносят для освящения плоды нового урожая. По завершении божественной литургии был отслужен водосвятный молебен и освящены яблоки, виноград и другие сезонные фрукты. На территории казачьего хуторка для прихожан и гостей храма выступил коллектив ансамбля «Зори Кубани». Что для вас праздник Преображения Господня? Мы задали вопрос прихожанам и гостям нашего храма. Ой, такой чистый, светлый, яркий праздник. Вот именно чистоты праздник. А для нас все счастье и радость. Что яблоки красивые, что Господь дал урожай такой. Что можем встретиться, увидеться, поблагодарить Господа Бога за то, что все дает. Божественная благодать. Такая, это такой праздник. Радость, одна радость. Только радость. Наша жизнь – это восхождение вверх, на гору, в Фавор, к Богу. Каждую минуту, каждый час и каждый день. А на вершине горы, у венца жизни, ждет сам Бог, который преобразит, и ты просияешь, как драгоценный камень, и войдешь в вечную жизнь с Богом.